Караван искусства из Самары отправился в Тюмень. Музыканты, журналисты, дизайнеры, актеры и будущие цирковые артисты будут бороться за победу в 15-х молодежных Дельфийских играх. Праздник искусства зародился в 582 году до нашей эры в Греции и пережил второе рождение в 21 веке. Самарская делегация принимает постоянное участие в играх и очень часто побеждает в разных номинациях. Для некоторых участников от Самарской области нынешние Дельфийские игры далеко не первые. И у многих из этих участников есть уже даже несколько золотых медалей. Баянист Артем Третьяков уже в 8-й раз участвует в Дельфийских играх. В октябре он стал чемпионом мира по баяну, выиграв Кубок мира в Финляндии. Инструмент выбрал случайно, но быстро полюбил его за то, что на нем можно играть произведения самого разного жанра. Будет 2 тура, в основном программа академическая, 4 произведения и 1 произведение эстрадно-джазовое. Ну, если поточнее, Бах, токката, ми минор, спартиты, 6-й. Семенов «Калина красная», Дербенко «Токката», вас в концертный триптих на тему «Босха страшный суд» и «Фанчель 10 километров за окошком». Еще одна участница игр Кристина Сырчикова представит судьям свои фотоработы. Для нее это тоже не первые игры. Она 3 раза выигрывала золотые медали. Кристина снимает людей и рассказывает их истории в фотоснимках. Нужно привести 10 работ, домашнее задание на свободную тему. 6 работ на тему года, в этом году это «Родные лица». Потом мы снимаем некий фоторепортаж с открытия Дельфийских игр и снимаем блиц-конкурс. Блиц-конкурс – это нам дается какая-то тема. Чаще всего это либо свободная тема, либо это город и горожане. И мы снимаем несколько фотографий на нее. Потом это все выкладывается или развешивается, зависит от пространства. И уже по результатам вот этих всех туров выбираются самые интересные работы, ну и самые интересные авторы. Каждый год уровень участников Дельфийских игр растет, конкурировать становится сложнее, но самарские спортсмены от искусства уверены в том, что покажут себя достойно и привезут домой заслуженные награды. Андрей Трой, Артем Сулайманов, События.